Парк имени Фрунзе – одно из любимых мест отдыха как горожан, так и гостей курорта. Сквер чистый и ухоженный, но парк должен быть не только красивым, но и безопасным. Сегодня здесь приступили к коронированию деревьев. Платаны уже обрезали, теперь на очереди. Дубы. Сегодня рабочие удаляли на деревьях сухие ветки. Они не только мешают нормальному росту растения, но и могут угрожать безопасности гуляющих на набережной. Старые ветви обрезают, весь мусор тут же собирают и вывозят. Особенно много просьб жителей было, и мы сами это видим, где у нас на проезжих частях уже где-то и разрослась наша зелень, наши кустарники. Сейчас мы их должны привести в красивый вид, сделать правильную форму. Ну вот на улице Черноморской олеандры мы сейчас хорошо тоже освежили. На Черноморской олеандр вдоль дороги сегодня коронировали с самого утра. Кустарники обрезали почти под самый корень. Такую процедуру проводят каждые 3-4 года. Так можно придать растению компактную форму и стимулировать рост молодых побегов, на которых уже летом зацветут яркие цветы.